Всем привет, вы на канале Crypto Commons. Сегодня мы посмотрим на биткоин с точки зрения он-чейн аналитики, о чем нам говорят индикаторы Glassnode. Давненько этого мы не делали, поэтому погнали. Да, ну для начала давайте немножко локального теханализа. Дневной таймфрейм. Как всегда, ребята, как всегда, после хорошего дивера на желтой или на зеленой точке мы начинаем обратное движение. Отскакиваем. Насколько мы уже отскочили? Давайте посмотрим. По биткоину мы отскочили на 39% уже с локального дна. Насколько мы в прошлый раз такой отскакивали? Давайте посмотрим. В прошлый раз мы отскочили сначала на 83%, потом скорректировались на 25%, и потом выросли еще на 76%. То есть в общей сложности мы выросли на плюс-минус 140-150%. Но это было внутри бычьего цикла. Хотя тут как смотреть. Кто-то считает, что вот здесь уже начался медвежий, и это был ложный перехай. Тут опять же как смотреть. Насколько мы отскакивали в прошлый медвежий рынок? Давайте посмотрим. На 100%. Как по многим сейчас альткоинам, кстати. На 60% и на 50% плюс-минус. И потом задампились еще вдвое. Тут надо понимать, что статистически, да, мы все еще можем прийти куда-то сюда. В зону 30-35 тысяч по биткоину. И потом пойти искать второе дно, допустим. Может быть, как-то более плавное. И с потенциальным разворотом и переходом в бычью фазу. Это наиболее вероятно статистически. Также наименее вероятно, но тоже возможно, это вот такой вот V-образный разворот, как был на ковид-дампе. То есть мы сейчас берем и просто делаем вот так вот, и уже никогда не возвращаемся в эту зону, где все будут хотеть ловить биткоин. Поэтому, на мой взгляд, сейчас нужно быть здесь и инвестором, и спекулянтом. То есть инвесторскую часть позиции накапливать и не трогать, даже если мы опустимся еще ниже по биткоину, просто накапливать все вот эти значения, если их дадут. И ниже тоже. Это та часть позиции, у которой цели у вас должны быть гораздо выше. Там 50, 60, 100, 200, 300 тысяч долларов. Там хоть миллион долларов, это уже ваши цели. Вы до них не продаете. А спекулятивную часть позиции вы всегда должны быть готовы сбрасывать, перезаходить. То есть частью депозита вы трейдите этим. И трейдите каким образом? Смотрите, ну вы, конечно, напишите в комментариях, каким образом трейдите вы. Я вам расскажу, как я это делаю. Четырехчасовик. Мы видим что? Что биткоин сейчас глобально стоит во флете восходящем. Вот в таком ценовом коридоре. И логично было бы, да, предположить, что сейчас он в какой-то момент упрется в верхнюю его границу и пойдет ретестить нижнюю границу. Но не все так просто. В какой-то момент эти коридоры пробиваются. Может быть, такое может, и потом мы отскочим наверх с перелоем или не с перелоем, не знаю. Но может быть еще и вот такое, что мы сейчас на сетке EMA Ribbon, как вот здесь вот, находим поддержку на 4-часовой, отпрыгиваем, пробиваем, делаем ретест, возможно, и улетаем выше закрывать это падение. Такой вариант тоже возможен. Поэтому нужно быть готовым и вот к этому варианту, чтобы здесь у вас стояли ведра, грубо говоря, и вам туда налило. И быть готовым к тому, что мы без этого варианта сразу идем наверх. Соответственно, вы уже должны быть частично в позиции, на мой взгляд. И если мы идем наверх, то здесь у вас должны быть встречные ордера на разгрузку позиции. Если вы уже в прибыли, вы должны частями разгружать свою позицию. То есть по 10% от позы, по 20% продавать на росте. С целью потом опять перезайти ниже, если дадут. И с целью увеличить количество биткоина. Поэтому у меня все точно так же, как обычно. Тактика «плавная разгрузка, плавная догрузка». Об этом кучу видосов у меня на канале, в плейлисте «Торгуем на Bybit», в плейлисте «Уроки», «Биржи». Поэтому посмотрите, если вы их не видели. Вот. Я, собственно, так сам и делаю. По битку единственное, я не в позиции, потому что уже забрал неплохую прибыль на вот этом отскоке. Может быть, даже буду хеджево шортить биткоин, потому что у меня очень много... Ну, не сейчас, естественно, а когда он отскочит гораздо выше. Посмотрим. Или буду впрыгивать в лонг по пробитию сопротивления, еще не решил. У меня очень много позиций по альткоинам, как бы я за ними уже за всеми особо не могу следить, поэтому пока мне хватит, я думаю. Dash, Litecoin, Audio, Polkadot, XRP, эфир, короче, тут до хрена. Bitcoin Cash тоже на Фемиксе, вот. Поэтому посмотрите обзор, как торговать на бирже Bybit, если вы не видели, он сейчас появится у вас справа, сверху. Офигительный, понятный обзор. От А до Я, что делать на этой платформе. Поэтому план такой, а мы переходим к ончейн-аналитике от Glassnode. Что говорят нам фундаментальные индикаторы? Посмотрим. Смотрите, какие здесь есть фундаментальные индикаторы. Например, Entity Adjusted MVRV. Это MVRV-индикатор, но более продвинутый. Он отбрасывает транзакции между одинаковыми адресами, то есть транзакции самим себе, и показывает реальную активность по блокчейну. И что мы здесь видим? Что мы находимся в зоне минимальных значений, в которых находились всего несколько раз. И все эти разы, посмотрите, где это было. Дно рынка, дно рынка, дно рынка, но достаточно долгое. И
дно рынка. При этом мы можем еще увидеть, что есть тренд понижающихся максимумов у этого индикатора и повышающихся минимумов. Так что некий такой треугольник образуется. И можно допустить, что волатильность будет уменьшаться, соответственно, и показатели этого индикатора тоже будут не так сильно уже разниться, то есть мы забьемся в какой-то боковик просто. Индикатор резерв риска показывает нам, опять же, что мы находимся на самых минимальных его значениях вообще за всю историю. Единожды мы были на таких же значениях вот здесь. Обратите внимание, где это было. Это было уже на второй точке дна позапрошлого цикла, после чего мы улетели. Как бы сейчас, конечно, мы можем спуститься еще ниже, если у нас будет вторая точка дна. Но это нам говорит о том, что мы гораздо ниже даже, чем в прошлом цикле. Как вы можете видеть на дне, мы так низко не опускались. По Puel Multiple примерно такая же картина. Мы находимся на... Мы уже отскакиваем от зоны, пригодной для накопления. При этом сетка сложности, Difficulty Ribbon, у нас сжимается просто как пружина. Посмотрите, где мы сейчас находимся. Опять же, мы находимся на очень-очень низких значениях, из которых, как правило, происходит выстрел. Если вы посмотрите, всегда, когда мы находились на таких низких значениях, происходил выстрел. Даже с более высоких значений он происходил. Что это такое? Это компрессия сетки сложности, то есть сетки хэш-риббон, то есть ее сжатие. Короче, это связано с майнингом и с хэш-рейтом сети. Не берите в голову долго объяснять. Если хотите понять, что это такое, почитайте сами на Академии Glassnode. Но просто... Глядя на этот график, вы можете видеть сами, как он прекрасно отрабатывает. Ну а в целом, глобально-то что мы видим? Что сетью пользуются, кривая принятия растет, количество новых адресов в сети растет. Посмотрите, как оно интересно пересеклось сейчас с ценой. При этом количество с балансом более чем 1 миллион долларов упало, сильно скорректировалось. И, кстати, снова начинает расти. То есть, что это такое? Либо это киты распродались и снова откупили дешевле, либо может же быть такое, что с падением курса просто у людей на кошельках, у которых было, скажем, там 1 200 000, у них стало 500 000. И поэтому эта метрика так показывает. Может же быть такое? Вот странно, что она в долларах, а не в биткоинах. Количество адресов с более чем 100 тысячами долларов тоже резко упало. Количество адресов с 10 тысячами менее резко упало, но тоже упало. Короче говоря, происходит распределение больших кошельков на маленькие, что говорит нам о том, что сеть действительно становится более децентрализованной, как вы видите. Битки переходят от китов к обычным креветкам. Другой вопрос, что могут ли это сами киты и биржи так делать? Раскидывать по разным кошелькам? Могут, поэтому эта метрика такая. Бабушка надвое сказала. Но все равно, вот смотрите, количество с более чем 100 долларами практически не упало. Количество с более чем 10 долларами еще меньше упало. То есть, а количество с балансом более чем 1 доллар вообще растет сейчас. Короче говоря... Биткоины потихонечку распределяются по разным кошелькам. Это, конечно, хорошо. Хэшрейт сети в долгую растет. Год назад мы видели очень сильный дамп, связанный с отключением китайского майнинга. Сейчас мы видим тоже коррекцию, связанную с отключением слабых майнеров, слаборуких. Тем не менее, в долгую мы всегда видим рост хэшрейта, за которым подтягивается и цена. И здесь мы тоже видели такие коррекции. И ничего страшного, тоже нам говорили, что Китай забанит биткоин и так далее. В итоге все вырастало прекрасно, и цена подтягивалась за хэшрейтом. Еще интересной мне показалась вот эта метрика по биржам, а именно метрика по фьючерсам. Посмотрите, сейчас открытый интерес по фьючерсам с обеспечением в стейблах гораздо больше, как вы видите из графика, чем открытый интерес по фьючерсам инверсной маржи, то есть с обеспечением в крипте. Посмотрите, обеспечение в крипте вяло-вяло, еле-еле отскакивает. При том, как обеспечение в стейблах уже, можно сказать, бьет новые рекорды. Соответственно, о чем это нам говорит? Что, судя по обеспечению, то есть то, в чем у людей депозиты, люди шортят. То есть они держат депозиты в USDT. И это очень хорошо для лонга крипты, для роста крипты, потому что, понимаете, да, если люди держат депозиты в биткоине, то кто же им даст всем заработать? А если люди держат депозиты в USDT, то прекрасно, можно спокойно пампить биткоин, эфир, и люди будут еле-еле успевать нагнать этот профит, как на беговой дорожке, понимаете? Им придется все время стоять в лонге, чтобы у них становилось больше USDT, чтобы поспевать за ростом цены биткоина. Ну и в целом мы можем видеть, что плечи растут на этом падении, открытый интерес огромный. К чему это приведет, скоро узнаем. Доход майнеров у нас с вами держится практически на безубытке, как мы можем видеть. Никаким пузырем тут и не пахло, что опять же сигнализирует о том, что мы где-то в районе дна этого рыночного цикла. Аккумулирующие биткоин адреса просто начинают тузамунить, посмотрите. Последний раз они такого рода параболу делали на пике предыдущего бычьего рынка, ребята. Но в этот раз все по-другому, обратите внимание. В этот раз на пике такого движения не было, на предыдущих, что говорит мне о том, что это, возможно, промежуточный пик. И
сейчас эта парабола может улететь гораздо выше и лопнуть именно там, где биткоин как раз тоже улетит куда-нибудь на 100 с чем-то тысяч, на шестизначные значения, как вариант. То есть, грубо говоря, как было вот здесь, помните, в позапрошлом цикле. Мы нашли промежуточный пик, цена скорректировалась, тоже там процентов на 75, по-моему, упал биток. И после этого раз, мы пошли еще выше, вторая волна булрана, и вот здесь вот у нас, собственно, и был пик аккумуляции. В принципе, здесь было что-то похожее, если вы посмотрите, вот на этих значениях тоже мы просто очень быстро скорректировались, не год, а несколько месяцев, и полетели дальше. То есть сейчас очень похоже на то, что будет взрывная, следующая, финальная волна экспансии этого пузыря и взрывного роста. Это что касается долгосрочных ходлеров. А вот краткосрокеры особо не переписывают хаи. Краткосрокеры только-только начинают залетать вот здесь, чтобы на этом движении заработать. То есть те, кто торгуют интрадей, те, кто не верят в биткоин, а пришли поспекулировать, они заходят сейчас потихонечку, и они же обычно разгружаются на пиках. Почему мы и видим, собственно, спад цены? Потому что в долгую-то не все ходят, а на споте скидывают многие краткосрочные спекулянты, в том числе и институциональные, и боты торговые, и биржевые боты, и так далее. При этом мы видим, что соотношение прибыли и убытков краткосрочных спекулянтов прямо сейчас находится примерно на уровне 0. Соответственно, если мы пробьем этот нулевой меридиан, то там открывается возможность для хорошего роста. По индикатору реализованной прибыли мы видим, что особо сейчас никто прибыль не реализует на этих значениях. И вот здесь на 69 тысячах было больше всего реализованной прибыли, чем когда-либо. Сравнимая, наверное, только с 64 и вот с 20 тысячами долларов вот здесь. Реализованные убытки при этом составляют, опять же, наибольшее значение. На пике этого дампа реализованные убытки составили 4,5 миллиарда долларов, практически 5. Причем по уровню в 22 500, то есть люди продали себе в убыток, о чем говорит ончейн-аналитика. Что сигнализирует тоже о потенциальном дне рынка, потому что, смотрите, ребята, вот у нас, опять же, соотношение реализованной прибыли и реализованного убытка, мы сейчас на самых минимальных значениях, то есть у нас больше всего люди продают в убыток на споте. При этом мы видим, что нереализованная прибыль, с учетом фильтрации домашних транзакций, то есть транзакций самим себе, нереализованная прибыль находится тоже на низких значениях, то есть прибыль упала, но люди не хотят продавать, это ходлеры, собственно, которые держат и ждут более высоких значений. То есть что, о чем это нам говорит? Что люди ходлят, люди верят в биткоин, продолжают накапливать и ходлить. А нереализованные убытки растут. Ну, вот сейчас момент падают, но все это падение 69 тысяч, они росли. Но опять же, о чем это нам говорит, что люди также ходлят. Те, кто купили наверху, они не продают вот эту часть людей, а ходлят, потому что знают, что биткоин будет еще выше и верят в него. С другой же стороны, посмотрите, как здесь такого же рода были движения на дне позапрошлого медвежьего рынка и на дне прошлого. В итоге что? Люди не выдержали и за всю фазу накопления распродались, и после этого только начался серьезный рост. И вот здесь тоже распродались, прям на росте. И после этого, вот тут их сквизанули на коронадампе, и начался серьезный рост. То есть серьезный рост начинается, когда убытки у людей реализованы. Поэтому, опять же, возможно, у нас сейчас будет, конечно, отскок, но потом более нудное накопление, в котором заставят толпу все-таки распродать. Вот, ну и, собственно, резюмируя это видео, друзья, как я уже сказал, придерживаемся своей стратегии, придерживаемся плана. Будьте готовы к обоим вариантам событий и также вот к такому варианту. И после него все равно случится пробитие в какую-то из сторон. Значит, снизу у вас должны стоять лимитки на покупку, сверху лимитки на продажу. Это я говорю про трейдерскую часть вашего портфолио. А про ходлерскую часть вашего портфолио я уже сказал. Докупаем, держим, годы держим, не продаем. Потому что если вы посмотрите на биткоин в долгую, друзья, то вам многое станет понятно. Мы с вами занимаемся мышиной, вознёй просто какой-то. Вот на этих вот значениях, которые с годами на линейной шкале просто превращаются в прямую линию, как вот здесь. Это тоже все были торги с огромной волатильностью. Вон вы можете посмотреть, что там происходило. Там люди там тоже продавали по 10 долларов за биткоин, по 100, по 1000 выходили. А теперь где они все, понимаете? Локти кусают. Поэтому вот к чему. Ходлерская ваша часть портфолио, если вы, конечно, верите в биткоин, должна быть готова вот к этому. Отрейдите на свое здоровье, увеличите количество битков, складывайте их на холодные кошелечки, ребята. Все ссылки в описании. Спасибо, что посмотрели этот выпуск. Всем профитролей. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк. И до следующей встречи. Пока.